Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений. Называется мойбонусклуб.ру. Значит, так вот он выглядит. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Решаем пример и попадаем в кабинет. Значит, такой довольно-таки занятный букс. Это наша здесь статистика. Здесь вот слева тоже наше меню. Как бы смотреть ссылки, баннеры, видео, акции, пополнить, партнеры, вывод, настройки. Как бы тоже менюшка такая. Так, ну что здесь? Значит, просмотр ссылок. Давайте покажу ссылочку одну здесь. Все по 5 секунд. Нас перебрасывают на страничку. Идет отсчет времени. Решаем пример. Нажимаем отправить. И сразу нас как бы на страничку рекламодателя на сайт перебрасывает. Закрываем ссылочку. Значит, таким вот образом мы просматриваем ссылки. Значит, баннеры. Баннеров здесь пока нету. Все, наверное, ссылочки. Есть видео просмотры. Здесь, конечно, рекламка подороже стоит. Опускаемся чуть ниже. Вот стоимость и по 4 копейки. 6 копеек стоит. Вот 3 копейки, 5, ну и 6. Подороже. Но здесь я уже не буду, сами просмотрите, кого заинтересует, потому что здесь так, таймер 120 секунд, уже ждать не буду. Далее видео, здесь задание, здесь вот есть матрица. Значит, прочтете, активировать матрицу стоит 10 рублей. Я активировала матрицу. Ну, посмотрю, как будут развиваться события. Тут раз в 7 дней, раз в неделю активировано на 7 дней. Ну, если все будет хорошо, буду и дальше работать. Нет, так нет. Вот, значит, здесь вкладочка «Вложить», «Пополнить баланс». А, нет, это акции проекта. Можно вот покупать акции, тоже прочтете. Всем 30, 40, 50, 500, ну, такие вот акции. Это уже по желанию. Значит, здесь вот вкладочка «Пополнить». Я вот пополняла на 10 рублей. Вот активировала матрицу. И платежные системы здесь Payeer и Яндекс. Значит, вкладочка «Вывести». Вывод средств здесь от 1 рубля. Так. Так, на Payeer 1 рубль, на Яндекс 5 рублей. И срок выплаты от 1 минуты до 72 часов. Вот. И две платежки. Далее вывести партнеры, вкладочка. Здесь находится партнерская ссылочка наша. Настройки, прописываем платежные реквизиты. Так. Вот Payeer и Яндекс. И далее, что еще здесь? Есть бонусы. Два бонуса. Я один уже бонус прошла. И еще бонус каждый час. Нажимаем бонус. Далее, бонус каждый час. Так, получить. Перебрасывать. Так. Так, дождитесь окончания таймера. Ага, вот таймер идет. Ну, давайте дождемся окончания таймера. Ждем таймер. Так, подтвердите код 14. Все, бонус получен. Так, вам начислено 2 копейки дали. Значит, тут два бонуса. Значит, что меня здесь еще заинтересовало для рекламодателей? Здесь недорогие, как бы можно размещать рекламу, разместить видео. Нажимаем. Значит, что у нас здесь мы имеем? Так, минимальный заказ 1000 просмотров. Значит, название видеоролика. Значит,
ссылочка на проект или сайт, значит, ссылочка на видеоролик, таймер 10 секунд равен 25 рублям за 1000 просмотров. Это, я считаю, недорого. 1000 просмотров за видео, чтобы просмотрели. 25 рублей. Ну, а там уже сами посмотрите, кому что надо. Ну, и период посещения каждый час. 3 часа, 6, ну и так далее. Значит, ну, количество добавить видеосерфинг. И вот ссылочку также. Тоже недорого. Значит, заголовок, ссылочка, 5 секунд, 20 рублей за 1000 просмотров. И, ну, и тут также сколько времени. Добавить сайт. Ну, разместить баннер. Аналогично. Вот. Вот это вот меня самое главное и заинтересовало. Вот такой вот букс. Далее здесь вот вопросы-ответы о нас, правила, контакты, выплаты есть. Ну, по 10 рублей выводит, по 7, по 8. Ну, вот минимальный вывод 1 рубль. Ну, кто как работает, тот так и выводит. Кому интересно, пользуйтесь. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.